kolēģi, cienījamie viesi, šodien ir svarīgs pasākums. Mēs palaižam tālā ceļā mūsu produktu, ko es gribētu dot šai sakarībā vārdu mūsu akcionāru pārstāvjiem, mūsu pilsētas mēram Andriju Rāviņu. Cienījamie kolēģi, protams, ka šis ir ļoti, ļoti svarīgs un jauks brīdis, kad mēs kopā ar Palants Rūpīgs cilvēkiem dodam svētību autobusam, kurš dosies uz iespējam noteikti sadraudzības pilsētu, lai nodrošinām pasaģieru pārvadājumu kontekstu. Mūsu rūpnīcas izpildu direktoram Valdim Valdes Lodzeklim Aleksejam Maslovkom. Спасибо. Ну, я хочу всех поздравить с сегодняшним днем. Это действительно день важный. Мы очень надеемся на успех, на то, что наш автобус найдет потребителя, пассажира на новом для нас рынке. Мы долго шли к этому дню. И продолжая слова мэра, я хочу тоже поблагодарить в первую очередь наших партнеров, компанию VALTEL, благодаря которым это стало возможно. Именно от них мы получили самые ценные знания, технологии, которые сейчас превращены вот в этот замечательный автобус. Я прям благодарю мэра города, нашего акционера за поддержку, за помощь, которую вы нам оказываете. И, конечно, весь коллектив, который собирал наш автобус. Мы желаем ему счастливого пути, легкой дороги и, конечно, благополучного возвращения. Спасибо.